14-й матч чемпионата России по волейболу Новокуйбышевская «Нова» выиграла в НТЛ-арене у уфимского «Урала». Заявку на победу волжане сделали уже в первой партии. 25-23 в их пользу при равной борьбе. Ярче всех проявил себя Андрей Титич. Он реализовал 5 атак из 6 и поставил один результативный блок. Товарищи по команде уверены, «Нова» еще покажет отличный результат в этом сезоне. Не надо нас раньше времени хоронить, мы все еще боремся и мы все еще здесь. Во втором сете «Нова» посыпалась. После равного начала уфимцы сделали рывок в середине, а дальше их было не остановить. «Нова» проигрывает 14-25. Команда у «Новой» играла здорово. Подавали, засчитались. И да, мы тоже попробовали взять максимально эту игру, но не хватило. Третий сет для новокуйбышевцев сложился удачно. С самого начала они вели в счете 8-6. Далее преимущество хозяев паркета только росло. В итоге «Нова» выиграла 25-20. Четвертая партия была одной из самых напряженных в этом матче. Герой Евгений Рыбаков. Диагональный вышел на замену и набрал 12 очков за одну партию. 8 результативных баллов в атаке, 1 на блоке и сделал 3 эйса. И «Урал» берет верх 25-22. Мы ожидали, что будет и сложная игра. То есть настраивались, уже 100 раз, наверное, повторяли, да, что у команды есть вера в победу. То, что сегодня произошло, только это и доказывает. С самого начала 5-го сета «Нова» создала себе преимущество в несколько очков. На протяжении всей партии хозяева вели +3 и смогли сохранить преимущество до конца матча. В итоге «Нова» победила 15-12 в партии и 3-2 в матче, но все равно продолжает призябать на самом дне турнирной таблицы Суперлиги, отставая от ближайшего соперника «Югры» на 3 очка. На первом месте – новосибирский «Локомотив». Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.